Дети – цветы жизни. Правда, иногда на этих цветах растут большие и вредные колючки. Оставить чадо дома на время поездки – самое страшное для родителей. Не забывайте кушать. Еда разложена по мисочкам в холодильнике. Плитой пользоваться точно умеете? Жуть, о скольких вещах нужно позаботиться? Может, отложить поездку? Но нет, надо же подрастающему поколению привыкать к самостоятельности. Счастливо оставаться, следите за порядком. Особенно за этой вазой. Храните ее как зеницу ока. Ох, неспокойно на душе. Родители за порог, время игр. Бадминтон? Но активный досуг не всем по душе. Может, в баскетбол? Ага, помечтай. И отвянь уже, наконец. К сожалению, старшая сестра повзрослела слишком быстро. А ведь когда-то вместе играть было так весело. Ну ничего, младший брат умеет удивлять. Начать нужно с образа. Быть взрослым значит быть стильным. Бабочка плюс 100 к взрослости. И какие там прически носят взрослые? Странный пробор подойдет? Ух ты, а годы мне к лицу. Никто не идеален. И если проследить за старшей сестрой, можно увидеть все ее странности. И зачем так надолго закрываться в туалете? Очевидно же, чтобы потанцевать в смешной шапочке эмодзи. Странное, но забавное увлечение. Кто Dancing Queen? Я Dancing Queen. Ой, а то, что будет запах, я не подумала. Хорошо, что братец додумался заснять все на видео. Ну, скучная девчонка, погоди. Решила устроить киновечер с друзьями? Будет вам кино. Все собрались и ждут фильма. Но телевизор почему-то отказывается работать. Все потому, что месть – блюдо, которое подается холодным. Пора получить по заслугам. О, звук появился. Починила? Вот так кино. Кажется, друзья плохо знают Керри. Снимай скорее, это просто шок-контент. Хочется провалиться сквозь землю. Но видео даже и не думает останавливаться. Ой-ой, а планету остановить можно? Развидеть всем, срочно развидеть этот позор. Сложно быть младшим братом, вся самая сложная домашняя работа твоя. И вон в том углу еще покоси траву, окей? Обидно, когда твой труд не ценят. Еще и указывать мне будешь, как бы не так. Чтобы проучить ленивицу, возьмем руку от манекена и банку кетчупа. Конечность как настоящая. Что надо? Осталось немного смазать ее кет, простите, кровью, и пусть шоу начнется. Помогите, я истекаю кровью. Я умираю. Шок, ужас, конец света. Что же теперь скажут родители? И что делать с оторванной рукой? Жаль, запах кетчупа ни с чем не спутаешь. Откуда он здесь? Ах ты, маленький негодяй. Иди-ка сюда, приделаю тебе твою руку, живо. Третья будет. Хочешь красивую и подтянутую фигуру? Занимайся спортом. И не забудь запастись водой на тренировку. Вот только оставлять коврик без присмотра было не лучшей идеей. Маленький вредина всегда начеку. Пара капель клея, ну или целый тюбик, разнообразит тренировку. Самое важное в спорте – разминка. Ложимся на пол и… Ой, а встать теперь или не получится, или получится, но только с ковриком. И это в самый ответственный момент перед свиданием. А ты, наверное, парень Керри? Она сейчас спустится. А вот и она.
Вот так и ходи на тренировки перед свиданиями. Дай мне 5 минут, и я буду готова. Говорящий ковер? Да ну его! Печально, когда у романтических историй трагический финал. Хорошая хозяйка никогда не оставит гостей голодными и позаботится о закусках. Фрукты всегда отличное решение. Легко, низкокалорийно и вкусно. Пальчики оближешь. А с приправами от младшего брата блюдо станет еще лучше. Рыбалки пока не предвидится, а чего же червям пропадать? Чем больше приправы, тем круче эффект. Гости собрались, пижамная вечеринка в разгаре. Угощайтесь, девочки. Выглядит аппетитно, класс. Но что это за сюрприз в закуске? Забери скорее эту гадость. Ой-ой-ой, я понятия не имею, как личинки попали в блюдо. Делайте, что хотите со мной, но только вазу не трогайте. И не нужно оправдываться, хотела отравить подруг, так и скажи. Да не хотела я, это все вот он. Но кто же поверит в недоброе намерение этого ангелочка? Еще и на брата наговариваешь. Вот это ты лицемерка. Обидная ситуация, но побеждает хитрейший. Чтобы разнообразить вечеринку и сделать ее запоминающейся, понадобится пиньята. И пар спустить можно. И вознаграждение за это получить. Очень вкусное вознаграждение, между прочим. Кто сказал «очень вкусное»? Младший брат всегда начеку. Конфеты сестре нельзя, она же вечно худеет. А вот мусор прибрать не помешает. Какая-никакая физнагрузка. Уже не добавить немного пакости в жидком виде. Который сейчас час? Правильно, время уничтожить этого единорожку. Тоже станет самым главным счастливчиком и доберется до приза. Керри настроена на победу решительнее всех. И упс, одерживает ее. Да уж, сюрпризы бывают неприятные. И организатору этого сюрприза точно не поздоровится. Вот только встать бы. Любая девушка продумывает свой образ на вечеринку до мелочей. И где же, спрашивается, нужное белье? И это даже не смешно. Ящик пуст, зато праздничная гирлянда усовершенствована. Копаться в чужом нижнем белье, конечно, плохо. Но когда оно само на глаза попадается... А этот лифчик ничего, дашь поносить? И дотянулся ведь мелкий вредитель до потолка. Но даже мелкий вредитель понимает, что портить отношения с родственниками нехорошо. А как лучше всего загладить вину на дни рождения? Правильно, тортом. Happy birthday, sis! Желаю тебе быть ловчее и аккуратнее. Еще стоило бы пожелать спокойствия. Но разозленную и испачканную звезду вечеринки уже не унять. Делаем ставки, господа, догонит или нет? Далеко не всем мужчинам нравится ходить на шопинг, но только не младшим братьям. Это ведь идеальное условие для пранка. Пока сестра красуется у зеркала, просто прячешь ее вещи и сматываешься. А что, выходить изредка из зоны комфорта полезно. Да и прокачка навыков общения еще никому не вредила. Кому-то после этого, правда, предстоит взбучка, но она того точно стоит. Простите, извините, не обращайте внимания, это новый тренд. Настоящий воин должен быть сильным, отважным и метким обязательно. Над прокачкой последнего навыка и поработаем. Мишени выбраны, идеально. Драгоценной вазе в этой композиции отведено самое главное место. Оружие к бою!
Цель поражена. А вместе с нею и сердце старшей сестры. Ты что творишь? Родители убьют меня за этот антиквариат. Хорошо все, что не кончается разбитой вазой. Кажется, дождик собирается. И кажется, зонтик не спасет от стихий. Напакостить сестренке бесценно. Не забудь зонтик, дождит. И правда, влажность высоковата. Даже слишком. Все потому, что все тайное становится явным. И чего это ты так рано вернулась? Ой, а где Керри? Как случилось, что с прогулки вместо сестры вернулся Джокер? Иди сюда, мальчик. Нет! И только совместная проблема заставила родню забыть о ссорах. За эту вазу нам голову оторвут. Нет, не трогайте Керри, это все я виноват. Друг познается в беде. Понравилась наша история о сложных отношениях брата с сестрой? А вы дружите или чаще пранкуете друг друга? Пиши в комментарии, подписывайся, ставь лайк, жми на колокольчик. И не забудь рассказать о нас друзьям.